Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал «Посылка из Китая». И сегодня у нас на обзоре очередная посылка. Это аккумулятор для iPhone 6. В своем телефоне я уже менял аккумулятор. Это было в декабре прошлого года. Стоял тоже аккумулятор с Алиэкспресса под названием KHP. Но, к сожалению, он очень мало прослужил, буквально 4 месяца. Видео о его состоянии после 4 месяцев будет здесь, в информации, вот здесь в углу. Нажимайте сюда, посмотрите тоже. Вот, то есть аккумулятор KHP я не рекомендую к покупке. И теперь у нас в руках аккумулятор Nohan. Это один из самых популярных аккумуляторов на AliExpress. Он подороже, стоит 16,96. Продавец отправлял его 3 дня. Пакет ехал до меня 36 дней. То есть суммарно 39 дней доставка. Достаточно медленно. Способ доставки был Seller Shipping Method. В данном случае это была China Post обычная. Приехал в таком конверте. Здесь написано USB кабель, что странно. Вес 100 грамм. Ценность $2. Давайте откроем, посмотрим поближе. Такая отличная фирменная упаковка. Все в пленочке. Давайте посмотрим поближе, что пишет производитель здесь. И все на китайском. 6 месяцев гарантия. Не знаю, как это реализуется. Здесь голограмма. Вот мы видим. И с лицевой стороны емкость 1810 заявленная. Давайте откроем упаковку, посмотрим, что внутри. Итак, перед нами такой набор, все в блистере, очень богатая комплектация, здесь все, в принципе, что нужно для самостоятельной замены. Итак, что здесь есть? Две отвертки, одна звездочка, одна крестовая, лопатка пластиковая, для того, чтобы поддевать экран, также пластиковая лопатка, еще одна. Тоже на медиатор, тоже для того, чтобы удобно поднимать экран. Присоска для экрана. Двусторонний скотч для того, чтобы крепить батарею. Мануал. Полностью на китайском. Ну и, собственно, еще какая-то маленькая бумажка. Ну и, собственно, сам аккумулятор. Так он выглядит. Очень тонкий, ничего не вздувшееся, слава богу, все новенькое. 1810 мАч, 691 Вт-часа для iPhone 6 в такой упаковке. Выглядит очень достойно, никакой китайчиной не пахнет. А вот он тоже должен работать хорошо. Ну что, вот такой комплект. В следующем видео я его поменяю, протестирую и, собственно, скажу уже свое мнение о том, как он работает. Вот. На этом с аккумулятором все. Все обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на этот аккумулятор, как обычно, в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.